это время года снегоходы для госинспекторов – наиболее удобное средство передвижения для проведения профилактических рейдов. Использование снегоходов позволяет значительно сократить время патрулирования и увеличить проходимые площади, сделать профилактическую работу более эффективной, а при возникновении происшествия оперативно подъехать к провалившемуся под лед. Из-за обильных снегопадов толщина и структура льда везде разная, и риск провалиться под лед очень велик. И в ходе профилактических мероприятий сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Владимирской области объясняют, проводят беседы, что нахождение на льду небезопасно. В рамках этого рейда профилактическая беседа была проведена с несколькими рыбаками. Специалисты в очередной раз напомнили им о правилах безопасности при нахождении на льду. А еще о средствах спасения. Как оказалось, не все любители рыбалки считают необходимым их сейчас брать с собой. Сейчас ничего не беру, но весной или осенью обязательно вот гвоздики на веревке. Госинспекторы призвали рыбаков иметь при себе всегда средства спасения, ведь погода сейчас коварная. Днем температура плюсовая, поэтому и толщина льдового покрытия на некоторых участках может быть небезопасной. Чтобы предотвратить возможные трагедии на водоемах региона, подобные патрулирования будут проводиться постоянно, в том числе в выходные дни.